Одинцовские партийцы провели в Звенигороде прием граждан по вопросам защиты прав потребителей в сфере туристического обслуживания. На вопросы, которых за время пандемии накопилось немало, отвечала исполняющая обязанности заместителя начальника Одинцовского территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области Валентина Калачева. В числе основных – возврат средств за несостоявшиеся поездки и перелеты, а также надежность туроператоров.